Стеклянная колба с анодом, катодом и сеткой долгое время была символом технического прогресса. Бурное развитие электроники привело к возникновению полупроводниковой техники. Малые размеры, экономичность и надежность дают полупроводниковым устройствам огромные преимущества перед вакуумными. Изучение физики твердого тела открыло перед наукой бесконечные глубины строения вещества. Полупроводниковая электроника помогла человеку проникнуть в космическое пространство. Значительная часть земной коры состоит из кристаллических веществ, обладающих полупроводниковыми свойствами. В этом фильме мы познакомимся с электрическими явлениями, протекающими в кристаллах полупроводников, в состав которых входят элементы разных групп периодической системы Менделеева. Измерения показывают, что удельное сопротивление полупроводников с повышением температуры уменьшается. Чтобы понять механизм возникновения проводимости в полупроводниках, необходимо знать строение полупроводниковых кристаллов. Для примера рассмотрим кристалл кремния. Трехвалентный элемент. Во внешней оболочке атома кремния имеется 4 электрона, сравнительно слабо связанных с ядром. Число ближайших соседей атома кремния также равно 4. Взаимодействие пары соседних атомов осуществляется с помощью ковалентной связи. Перед нами упрощенная плоскостная схема структуры кристалла кремния. Каждый атом образует 4 связи с соседними, и каждый валентный электрон может участвовать в любой из них. Обобществленные валентные электроны принадлежат всему кристаллу. Ковалентные связи кремния достаточно прочны и при низких температурах не разрываются. При нагревании кремния кинетическая энергия валентных электронов увеличивается. Для наглядности задержим движение валентных электронов. При достаточном внешнем воздействии некоторые электроны покидают свои места и становятся свободными, подобно электронам в металле.
В электрическом поле их движение упорядочивается. Характер этого движения показан на примере одного электрона. Сохраняя тепловое движение, свободные электроны смещаются под действием поля. Возникает ток. При увеличении теплового воздействия число свободных электронов резко возрастает. Такой вид проводимости называется электронным. При разрыве связи образуется вакантное место с недостающим электроном. Его называют дыркой. Дырка ведет себя подобно положительному заряду. Положение дырки в кристалле не является неизменным. Этой условной модели видно, что появление дырки и перемещение ее по кристаллу сопровождается движением электронов, участвующих в ковалентных связях. Движение дырки по кристаллу соответствует перемещению положительного заряда. В электрическом поле дырки приобретают упорядоченное движение. Из электронной и дырочной проводимости слагается собственная проводимость полупроводника. Число дырок всегда равно числу свободных электронов. Проводимость полупроводников можно изменить также, введя в них определенные концентрации специальных примесей. Возьмем в качестве примеси пятивалентный атом сурьмы. В этом случае 4 из 5 валентных электрона атома примеси войдут в систему ковалентных связей структуры кремния, а 5-й, менее связанный электрон, будет свободным. Каждый атом примеси дает свободный электрон, тем самым увеличивая проводимость. В полупроводниках с такой примесью, называемой донорной, число электронов оказывается значительно больше числа дырок. Электроны в этом случае являются основными носителями заряда, а дырки — не основными. Проводимость такого полупроводникового кристалла называют электронной, а сам полупроводник — электронным или N-типа. Если в качестве примеси взят трехвалентный химический элемент, например, индий, то атом индия, располагаясь в узле кристаллической решетки кремния, заполняет электронами лишь 3 ковалентных связи соседних атомов.
Недостающая связь у атома кремния замещается электроном соседнего атома, образуя дырку в том месте, откуда ушел электрон. Такие примеси называются акцепторными. Чем больше атомов примеси, тем больше образуется дырок, основных носителей заряда. Проводимость такого полупроводникового кристалла называется дырочной, а сам он полупроводником P-типа. Полупроводники чувствительны не только к тепловому воздействию, но и к световому. Используя примесные свойства полупроводников, человек создает сложные электронные приборы самого различного назначения. Полупроводниковые приборы безгранично расширили возможности бытовой и научной электронной аппаратуры. С их помощью мы исследуем сложные физические процессы. Изучение физики полупроводников помогает нам иначе взглянуть на природу окружающего нас материального мира. Современные успехи в освоении космического пространства были бы немыслимы без автоматики на полупроводниковых устройствах. С помощью полупроводниковых солнечных батарей решается задача прямого преобразования световой энергии в электрическую. Основой подавляющего большинства полупроводниковых приборов является электронно-дырочный переход. Он возникает в полупроводниковом кристалле, имеющем граничащие друг с другом области с электронной и дырочной проводимостью. Благодаря тепловому движению свободные носители зарядов диффундируют, проникая в соседние области. В результате на границе двух видов полупроводников возникает двойной электрический слой, препятствующий дальнейшему движению основных носителей заряда. Если на PN-переход наложить внешнее поле такого же направления, присоединить минус источника тока к P-области, а плюс к N-области, то оно усилит двойной слой. Поле, направленное в обратную сторону, ослабляет его, помогая основным носителям заряда преодолеть PN-переход.
проводимость ПН перехода в прямом и обратном направлениях не одинакова. ПН переход является основой полупроводникового диода, который широко используется для выпрямления переменного тока. Полупроводниковый прибор с двумя ПН-переходами. Он в основном служит для усиления слабых токов. Полупроводниковые приборы, использующие свойства ПН-перехода, символизируют качественно новый шаг в развитии технического прогресса.